Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Мы с вами продолжаем рассматривать красивые партии из книги «Давид против Голиафа», партии, которые Давид Ионович Бронштейн играл в 90-х годах против тогдашних шахматных компьютеров. И сегодня на очереди очень красивая партия, в которой Давид Бронштейн играл белыми против компьютера Зарков. Играли эти соперники в рамках одного из Эгген-турниров в 1992 году. И в этой партии Давид Бронштейн встретился со своей любимой защитой, староиндийской. Верой и правдой служила эта защита Давиду Бронштейну. Очень много партий красивых он выиграл черными, но вот сейчас играет против своего дебютного оружия. c4, g6, конь c3, слон g7, e4, d6, конь f3, 2-0 и h3. Кстати, сам Давид Бронштейн часто шутил, что белыми проиграл очень много партий в староиндийской защите, не желая показывать, как же нужно правильно бороться против его любимого начала. Итак, в этой партии Давид Бронштейн решил применить довольно интересный ход h2, h3. На самом деле это никакая не редкость, это система Владимира Макогонова. Очень любил этот гроссмейстер делать данный ход, предупреждая выпад слон g4. Идея системы Макогонова состоит в том, что белые пытаются атаковать черных на королевском фланге ровно так же, как это они делают в системе Земиша. Пешку двигают на g4, пытаются вскрыть вертикали h и g и замотовать короля черных. Но с той лишь разницей, что конь в системе Макогонова, королевский конь белых, стоит на f3, а не на e2. Конечно, на f3 он расположен лучше, поэтому можно сказать, ход h3 это очень интересная система, очень опасное оружие за белых. Но вот здесь черные играют e5. Это самый принципиальный ответ. И на слон e2 e5, и на h3 e5. Тут ясно, что потеря пешки на e5 временная. Размен на пункте e5 ничего не дает белым, поэтому Бронштейн закрывает центр. И вот в этой же ситуации играет компьютер c7, c5. Это очень серьезная стратегическая ошибка. У черных в этой позиции было два плана. Первый это сыграть a5, ну и в дальнейшем переводить коня на d7, на c5 и открывать линию c ходом c7, c6. Раз белые будут атаковать на королевском фланге, черные могут противодействовать на ферзевом. Или второй более привычный план, ход конь h5. И далее f5. Ну, тут уже идет столкновение фигур и пешек на королевском фланге. Белые будут пытаться проводить g4, черные f5. Очень интересные теоретические линии. Но после хода c5 у Бронштейна буквально развязаны руки. Он теперь играет g4. Ну и просто развивает свою инициативу на королевском фланге. Далее, конь h6, слон d3, конь b4. Ну, смысл этого хода не ясен, потому что после хода слон b1 очевидно, что белые ходом a2, a3 этого коня отбросят. Ну и выигрыш, временный выигрыш здесь темпа черными обернется в дальнейшем его потерей. Слон d7, слон e3, ферзь a5, a3. Конечно, это не угроза взятия коня, потому что ладья на А1 не защищена, но в то же время, чтобы держать коня на Б4, ферзя придется держать на А5. Поэтому вот это противостояние на ферзевом фланге больше к выходе белых. Поэтому конь А6 сразу сыграл компьютер, слон Д3 и ферзь С7. Странная очень игра, ферзь пошел на А5, теперь пошел на С7. Конь Д2 играют белые, Б6 и конь Ф1. Конечно, может показаться, что компьютер достаточно слаб, может так оно и было, но эта партия отличная иллюстрация стратегии белых в варианте Макогонова староиндийской защиты. То есть здесь проводит Бронштейн свою атаку без каких-либо помех, и мы можем только учиться этому, как же атаковать черных. Он переводит своего коня на поле g3 для того, чтобы совсем уже исключить продвижение f7, f5. Далее следует ход ферзь b8, ладья g1, ферзь d8. Очень интересный комментарий Давида Бронштейна. Нечеловеческая игра, но компьютер не видит, как вырваться из тисков и просто выжидает. Будь возможно, он вовсе бы не ходил, пока не видел бы прямой угрозы. Такая безрадостная позиция черных – прямое следствие ошибки на седьмом ходу. То есть имеется в виду вот это раннее продвижение c7, c5. Вот видите, даже вот одна такая стратегическая ошибка, она может привести к такой очень безрадостной позиции, в которой не знаешь, что делать. Ферзь e2, ладья p8, король d2. Посмотрите, как Бронштейн играет. Настоящий шахматный художник. Его не интересует рокировка. Здесь он выставляет короля в центр и просто будет атаковать на королевском фланге.
По-видимому, Бронштейн почувствовал, что здесь черные не будут проявлять активность на ферзевом фланге, иначе черные могли бы даже уравнять позицию. Посмотрите, конь c7, f3, и вот в этой ситуации черные играют слон c8, продолжая расставлять фигуры для следующей партии, как это часто говорят в таких случаях. Но b5 ход был очень-очень неплох. И в этом случае, если происходит размен, то тогда выявляется вот эта уязвимая позиция короля белых. Отойти конем нельзя, потому что будет ладья бьет b2, и здесь уже будет потерян ферзь. Поэтому приходится король c2 ходить, ладья бьет b5. Контр-игра черных по вертикали b достаточно для того, чтобы уравновесить возможную атаку белых на королевском фланге. К тому же уже подменялись фигуры, и атаку создать очень-очень сложно. Поэтому на b5 белым проще всего было сыграть b3, далее на взятие забрать слоном, защищая пешку на b3. Конь a8. Очень интересный маневр, с помощью которого черные либо разменивают слона c4, либо сгоняют его с этой стоянки. В общем, у черных здесь было неплохо. У них были надежды здесь на достаточную контр-игру, но слон c8 и дальше просто g5. Вот здесь уже Бронштейн проявляет свое тактическое мастерство. Если сыграть конь h5, то тогда размен f4 и подключается к атаке белый ферзь. Далее, возможен такой интересный вариант. Еф, слон бьет f4, ферзь e7 и e5. Интересный очень ход. Для чего он сделан? Для того, чтобы открыть белопольного слона. Забрали, и здесь не останавливаемся перед жертвами, не теряем времени. Забрали шах, король c2, угрожает мат на h7. Единственный способ здесь оттянуть неизбежное, это f5, но после вот такого вскрытого шаха теряется ферзь, черная проигрывает. Поэтому компьютер отошел конем на e8, и далее следует ход h4. Идея белых понятна. Пешка на g5 максимально ограничивает возможности черных на королевском фланге. Пешка h используется в роли тарана. Далее, слон h6, b4, слон b7, h5. По всей доске играет Бронштейн. Ферзь e7, ферзь h2, cb, аб, ладья a8. Ну, такая вот игра. Видимо, а7 опять хочет пойти компьютер. Но Бронштейн играет ладья h1. Слон h8. Довольно распространенный защитный прием. На взятие на g6 здесь последует ответ на fg, подключая ферзя к защите пешки h7. Поэтому пока ладья hg1, очень неприятное вот это напряжение тем, что черные не могут его снять. Очевидно, что после взятия на h5 образуется очень слабая пешка h7. Ну а белые снимут его тогда, когда это им будет выгодно. Ферзь d7, ладья g2, конь a6, ладья b1. Ну, вот здесь Бронштейн, умудренный опытом, даже пешку не отдает на b4, хотя в молодые годы, скорее всего, бы просто ее бросил на произвол судьбы. Ферзь e7 играют черные. Уже много очень ходов сделал черный ферзь в этой партии, но толку никакого. Ферзь h4, ферзь d7, ладья h2, ладья c8, конь b5. На a7 напали, ладья ушла обратно. Слон f1. Бронштейн тем временем подключает к атаке белопольного слона. Переводит на h3, конь ac7 и конь c3. Обладая пространственным преимуществом, нет смысла разменивать фигуры. Это Бронштейн, конечно же, прекрасно понимает. Ну и черным нужно тут выдумывать еще что-то в замкнутом таком пространстве, в котором они находятся. b5, ограничиваем слона. Слабость пешки c4 здесь не играет никакой роли, потому что белая сразу же возвращает ладью обратно. Строенные фигуры по вертикали h, это очень опасно. Конь g7, hg, fg. И вот в этой очень интересной ситуации Бронштейн все рассчитал и красиво пожертвовал ферзя. Ферзь бьет h7. Очень красивый комментарий к этому ходу Давид Бронштейн дает в своей книге. Шахматисты очень гордятся своими званиями и рейтингами. И боятся признаться даже самим себе, что вовсе не для орденов играют они в шахматы, а ради вот таких эффектных пожертвований, тешащих собственное самолюбие и вызывающих восторг у публики. Действительно, очень интересная жертва ферзя. Сильнейшим здесь является ход король f7. Вот такой трусливый побег короля. Но Зарков в этой позиции решил испить свою чашу до дна и принял жертву. Ну и дальше феерическая комбинация. Слон e6. Вскрытый шах. Что делать? Надо закрываться конем. Конь бьет h5. В этой ситуации взятие на h5 вело к форсированному мату. Шах. Король g6. Снова шах. Король g7, ладья h7, король g6 и ладья 1 h6. Вот эти два мощных слона при поддержке двух ладей и пешки поставили мат. Но компьютер здесь играет ладья g8, пытается откупиться от Бронштейна, но Давид Ионович здесь делает верный ход.
Очевидно, что нужно отскакивать конем, и Бранштейн понял, что лучше всего отскочить на f4. Король g7, ладья h7, король f8, именно потому, что сейчас есть ход конь бьет g6. Это тройная вилка, шах и при этом нападение на ферзя и на слона, и в этой ситуации компьютер отошел королем на e8, оставив ферзя под боем. Ну, конечно, здесь взятие на g6 вело к мату. Именно вот этот вариант был основным в этой комбинации. В принципе, после конь бьет g6 можно было уже сдаваться. Но оператор компьютерной программы решил продлить сопротивление, безнадежное по своей сути, сыграл король e8. Ну и тут Бранштейн говорит о том, что брать в такой ситуации ферзя просто неприлично. И решил забрать ладью, немножечко даже так издеваясь над своим соперником. Ну а черный играет ферзь g7, ладья бьет h8, король d7. Ладья 1 h7. И в этой ситуации оператор компьютерной программы Зарков сдался. Видимо, этот человек был не очень сильным шахматистом, раз продолжал сопротивление в такой безнадежной позиции, играя с Бранштейном. Вот такая довольно красивая партия. Вы видите, что Бранштейн применил такой очень хитрый ход h2, h3, вариант Макогонова. И атака белых прошла как по маслу. Конечно, во встречах соперников, примерно равных по силам, соперников высокого уровня, таких молниеносных и красивых атак белые не проводят. Но в то же время эта партия — это отличный учебный образец атаки белых вот в этом варианте Макогонова в стратегической защите. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Как обычно, не забывайте ставить лайки. Сейчас упали просмотры, упала подписка, видимо, в связи с чемпионатом мира по футболу. Ну, такое бывает, особенно летом. Поэтому нужно к этому относиться философски, но все же ваша поддержка в виде лайков, комментариев и подписки, она поможет этому каналу продвигаться дальше. Ну а я благодарю вас за внимание. До свидания.